Так, ребят, в общем, пока я тут чистила машину и грела ее, в общем, мне сегодня такой сон приснился, интересный. Я, конечно, не буду его рассказывать там про мою знакомую, вот, что у нее, в принципе-то, все хорошо, так, как бы, ну, и тут мне снится, что ее ждут. Ну, как я свой сон расшифровала, вот, что ее ждут огромные перемены. Самое интересное, что мне сны всегда снятся вещи. То есть я вообще предвижу очень много, когда кто-то заболеет, вот, когда что-то у кого-то произойдет. И так интересно, что мне именно этот человек приснился, значит, что-то у нее будет.